Шагая в пути, объят непроглядною мглой, караван Сапера Али идет в свой край родной. Караван Сапера Али идет в свой край родной. И по сыпучим пескам, где бродит лишь только жиран, через границу идет контрабандный караван. Шелк он везет их, ну, из богатой страны Пакистан. В тюках везет с собой он этот кашгарский план. Сам караванщик сидит с длинной трубкой в зубах, тонкие ноги скрестив, качается на Его нет числа, богаче он турецкого паши, но погубил его этот план и 133 жены. Но погубил его план и 133 жены. Опухли глаза, не видит он солнца восход, и лишь на рваный халат мирно слеза течет. Да и лишь на рваный халат мирно слеза течет. Качаться ему на мягких верблюжьих горбах, его похоронят рабы в знойных сыпучих песках. Его похоронят рабы в знойных сыпучих песках. Мирно шагая в пути через дороги и пески, из Пакистана идет караван Сапера Али. Из Пакистана идет караван Сапера Али.